Для создания благоприятных условий и решения всех вопросов жизнедеятельности ММК «Уголь» регулярно оказывает помощь своим работникам и пенсионерам, предоставляет бесплатный пайковый уголь, живущих в домах с центральным отоплением. Компания частично погашает оплату за энергоносители, оказывает помощь в оплате полиса добровольного медицинского страхования, производит всевозможные выплаты единовременных пособий. Мамочки при рождении ребенка получают разовую помощь. Компания ММК «Уголь» – надежный социальный партнер. Она сохраняет высокий уровень инвестиций в социальную сферу. В этом году, в 2021 году было заложено 150 миллионов, в этом году закладывается на 30 миллионов больше, то есть 180 миллионов. И все эти деньги успешно осваиваются. Руководство ММК «Уголь» показывает конструктивную позицию и само инициирует увеличение соцпакета по многим статьям. Это не просто индексация имеющихся льгот, а повышение ряда выплат в разы. Например, сейчас идут переговоры об увеличении суммы льгот на реабилитационно-восстановительное лечение и на стоматологию. На сегодня идут переговоры по новому коллективному договору. Работодатель выступает даже инициатором по повышению некоторых льгот. Поэтому переговоры идут в деловой, доброй обстановке. Я думаю, что в основном-то мы уже по коллективному договору договорились. Основные моменты. Единственное, идет задержка из-за подписания федерального отраслевого соглашения. Новый коллективный договор еще не подписан местный правком, и руководство компании ждут заключения федерального отраслевого соглашения. Коллективный договор, который мы подписываем, он будет более инвестиционный в социальную сферу. И работники компании будут более защищены уже этим коллективным договором в связи с тем, что меняются статьи по охране труда и технике безопасности. Практически все выплаты, все пособия уже проиндексированы. Причем индексация серьезная. В планах еще и июльская индексация. Касается она всех работников, независимо от того, где их рабочее место – на поверхности или под землей. В 2022 году ММК «Уголь» продолжит неукоснительно выполнять свои социальные обязательства.